Ранее в Hitman Absolution. Без детишек здесь так пусто. Жаль, что я не смогла отправиться с ними. О, это ты. Я рада, что ты пришел. Виктория больна. Ее ожерелье. Ожерелье? Ну, оно на ее комоде, застежка сломалась, но я починила. О ней кто-нибудь спрашивал? Нет. Я должен спрятать Викторию. Какое самое безопасное место в здании? В подвале, в подвале. Спускайтесь быстро. Я приду туда с Викторией. Да, да, конечно. О, Господи, благослови. О. Пойдем. Пойду включу свет. Сестра Мэри уже ждет в подвале. Встретимся там, все вместе. Сестра. Сестра Мэри. Кто? Кто вы? Именина. Да, да, ты просто прелесть. Итак, знаменитый птаха. Я надеюсь, ты не зря меня сюда притащил. Я хочу предложить свои услуги. Это твое похищение. Я боюсь, ты даже не представляешь себе, с чем ты столкнулся. Надо же, птаха, как трогательно. Дай-ка я на тебя взгляну. Внушает ли это лицо мне доверие? Да, мертв. Привет от лысого. А значит, тебе нужен внутренний источник. И кто справится с этим лучше меня? Я прав? Нет, птаха, ты не прав. Видишь ли, девчонка у меня, а значит, ты на самом деле мне не нужен. Постой, 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 не торопись. Послушай, серьезно? Смотри, ты не понимаешь. Ты же хочешь загнать ее подороже, а значит, тебе нужен я, чтобы все устроить. Это по моей части. Ты думаешь, я не способен даже отследить твои звонки? Какой хороший.
хороший день. Птаха, а кто... Как там, черт побери, ее звали? Джейд! Кто это Джейд? Да пошел ты! Ответ неправильный. Боже, как я люблю эту страну. Здесь можно добиться чего угодно. Были бы мозги и, так сказать, кахонс. Ладно, ладно, ладно. Эта сучка из агентства. Агентство? Ты хочешь сказать, что Виктория связана с агентством? Да! Пусти его. Это опасные люди. Перейди им дорогу, и они найдут тебя. Но если ты сделаешь меня посредником, ты не понимаешь. Если они подрядили на это гребаного агента 47-го, она, наверное, стоит миллионы. Миллионы. Я рискнул. Ладно, считай, что ты отмазался, Птаха. Ты мне очень помог. Но если я еще раз увижу твою крысиную рожу, я тебя закопаю рядом с отцами-основателями, обещаю. И не сомневайся. Отлично. Отлично. Думаешь, ты можешь выкинуть меня из дела? Но ты у меня дождешься. У меня для тебя сюрприз. Да. Да. У меня для всех вас сюрприз. Здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы проходим от Hitman Absolution. Мы прибыли в местечко под названием Hope в надежде добыть информацию о Лене, похитителе Виктории. Нам нужно найти бармена. Но, как видите, у правого входа и у левого входа стоят охранники. Что же делать? Как же быть? Здесь у нас стоит Кейн из игры Кейн и Линч, если кто играл. Давайте с ним поболтаем. Эй, друг, тебе помощь нужна? Эй, ты! Обожди! Я помощник, жду. Он поехал в город за снаряжением. Кажа! Что за дела? Вали нахрен! Вот что за дела! Он ждет помощника, который ушел в город за снаряжением. Видимо, это Линч. Так, пройдем в туалет. Полицейский справляет свою малую нужду. Там видим вентиляционное отверстие. Здравствуйте, сэр. Здравствуйте, господин офицер. Ага, здесь какая-то распределительный щиток. Интересно, куда он ведет? Так, по проводу видно, что он идет куда-то к музыкальному аппарату, около которого стоит Кейн. Окей, давайте. Девушка, зачем вы заходите в мужской туалет? Это должно вызвать ответную реакцию. Давайте посмотрим, что же за реакция. Какого хрена? Чего ищешь, придурок? Неприятности? Ах ты, сукин ты сын! Байкер недоношенный! Ты кого назвал недоноском?
О, тут понеслось просто месиво какое-то. Давайте не будем мешать ребятам. Кейн оказался парнишка с яйцами, сразу двоих уделал. Пройдем через вентиляционную шахту. Тут вроде тихо, никого нету. Входим. Так, полицейский дробовик возьмем. На всякий яки. Улика в виде видеокассеты. Тоже заберем. Что за информация? Для открытия двери нужна ключ-карта. Так, без ключ-карты мы все равно не пройти, поэтому будем пробираться. Пробираться, я вам скажу, не так-то просто. Вполне могут уделать по дороге. Но ничего, лысый пока справляется. Вот и наша ключ-карта, кстати. Забираем. Так, а нам надо идти к бармену все-таки. Эй, парень! Смотри-ка, что он делает. Отдыхает байкер, куда делает. Что ты ко мне пристаешь-то, а? Так, здесь можем пройти? Без приключений. Где монет? Ты смотри, что он делает, а? Блин, он сейчас меня уделает. Блин, крутовато у меня. Лежит бейсбольная бита. Вот, тихо, прячемся. Так, здоровье восстанавливается потихоньку. Блин, я просто боюсь подходить сейчас. Бармен, у него есть информация про Лени. Подходим к бармену. И поговорим с ним. Здесь, кстати, написано Лени. То, что он выцарапывал. Чувак, я тут работаю. Не убивай, я просто тут работаю. Парикмахерская ежедневно ровно в 12. Эй, амиго, как тебе в провинции? Местные не обижают? При случае зайди в оружейный магазин МакГарманда. Там для тебя небольшой презент. Итак, уровень «Добро пожаловать в Хоуп пройден». Он был маленький, такой проходной. Прошли мы его с целью узнать по поводу Лени. Лени стрижется у парикмахера. Поэтому, видимо, в следующей серии пойдем туда. Но на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Комментируйте, конечно же. Всем желаю всего доброго, увидимся, пока.